теме нашей конференции. Мы хотим поговорить о мобильных приложениях, которые банк разрабатывает и внедряет в жизнь. Я бы хотел представить Петра Новикова, который отвечает за разработку всех мобильных приложений корпоративного блока Райффайзенбанка. Петр, вам слово. Спасибо. Всем привет. Я Новиков Петр. Я делаю новое мобильное приложение для корпоративных клиентов. 10 миллионов долларов теряет в среднем каждая компания из-за корпоративного мошенничества. И более того, 20 миллионов долларов теряет в среднем каждая компания просто из-за того, что неэффективно использует собственные данные. Каждый руководитель стремится к максимизации прибыли своей компании. При этом с обратной стороны ему важно не потерять с трудом заработанные деньги. И вот этот страх потерять деньги, он может преследовать любого руководителя 24/7, где бы он ни был. Хорошая новость в том, что 90% этих потерь можно было бы избежать, если просто получить вовремя нужную информацию и также вовремя на нее среагировать. Мы делаем мобильное приложение, которое поможет проконтролировать ситуацию, пока вы ждете свой кофе. Мы знаем, что время каждого руководителя очень ценно, и поэтому наше приложение будет использовать те самые свободные 2-3 минуты в день, которые, в принципе, есть у каждого человека, и в это время показывать вам, подсвечивать нужную информацию и предлагать решение. Как это будет работать? Достаточно просто. За первые 10 секунд мы покажем вам общую сводку. Есть ли у вас какая-то проблема, на которой нужно сконцентрироваться? Если такой проблемы нет, то вы можете просто посмотреть, что происходит в компании. Давайте посмотрим, как все это будет работать. Итак, при открытии приложения первое, что вы видите, это дэшборд с актуальными остатками по счетам. Остальная часть приложения сделана в виде всем привычной нам ленты, примерно как в социальных сетях, лента новостей. По центру экрана вы видите предупреждение о том, что что-то произошло. И можно в ленте посмотреть, что же именно произошло. Первая новость, которую мы видим, это аналитика. Наши банковские аналитики работают каждый день, чтобы собирать для вас интересные аналитические статьи. Это могут быть как статьи макроэкономические, или профильные статьи, которые больше подходят к профилю вашей компании. Но самое главное — это продукты и новости. Это новости, которые создают ваши банковские продукты. Например, платежи. Сейчас вы видите, что сегодня уже было проведено 15 платежей. Вы видите общие цифры. Можете провалиться внутрь и посмотреть детали. Ну вот, здесь мы видим, что было что-то странное. Мы это подсветили. Один платеж нам показался нетипичным. Что же это такое? Это платеж, который прошел новому контрагенту, и он очень крупный. Он превышает обычно первые платежи, которые вы делаете новым контрагентам. Кажется, что на это можно обратить внимание. Может быть, все нормально, и просто это ваш бизнес, а может быть, это какой-то технический сбой. Другой пример. Мы проанализировали последний месяц и видим, что один из контрагентов получил много маленьких платежей. Это может быть странно. Возможно, это один из способов вывода денег из компании, или просто это ваш клининговый сервис, который вот так каждый день получает от вас, выставляет вам счета и получает оплаты. Но что же делать, если вам показалось что-то странным? Для этого у нас есть две функции. Вот, например, функция «Отправить». Она позволяет взять какую-то новость, которая вам показалась интересной, и отправить ее вашим коллегам. Причем удобно, что можно отправить ее коллегам, которых нет в банк-клиенте, через мессенджер или почту, или коллегам, которые есть в банк-клиенте. Вот в данном случае мы отправляем Ирине. Ирина — это ваш сотрудник, и она получает уведомление в телефон. Но чтобы конкретизировать вопрос, можно оставить Ирине комментарий. В этом случае ей точно будет понятно, что именно вас интересует. Каждый такой виджет, каждая новость, с которой вы взаимодействовали, останется в избранном, и вы всегда сможете к ней вернуться позже, продолжить дискуссию или просто вспомнить о том, что вас это интересовало. Другие продукты.
Например, валютный контроль. Мы будем напоминать вам о том, что у вас на счетах, на транзитных счетах лежат деньги, которые нужно распределить. Этот виджет также можно сохранить. Ну, например, некоторые из таких новостей вам могут казаться не очень для вас полезными. Возможно, вы получаете эту информацию в другом месте или просто этим занимается кто-то другой. В этом случае вы можете скрыть любой виджет из ленты, и таким образом ваша лента всегда будет гораздо более релевантна, чем дефолтная. Это можно вернуть в настройках, но через некоторое время лента будет показывать вам то, что вы хотите. Некоторые новости будут про компанию в целом. Мы будем подавать их в виде инфографики разными разрезами данных. Часть новостей будет про будущее. В этом случае, вот как в этом примере, мы говорим о чем-то, что произойдет только через месяц. Возможно, сейчас вам это не нужно, но завтра или через неделю вы хотите про это вспомнить. В этом случае любую новость, любой такой виджет можно сохранить себе в избранное, и тогда он останется там, и вы сможете вернуться к нему опять же в любой момент. Изменение курсов. Если вдруг что-то произошло с курсом валюты, мы вам об этом скажем. Но главное, что мы скажем это в контексте тех банковских продуктов, к которым это может иметь отношение. Например, у вас могут быть уже подготовленные платежные поручения в валюте, курс резко начал изменяться, и, возможно, обычным образом вы бы оплатили их, предположим, по средам, но сегодня понедельник, поэтому лучше оплатить их сейчас. Вы не потеряете лишние деньги. Здесь рассказано не про все продукты, которые мы будем вам давать в приложении, но если подытожить, можно сказать, что мы дадим вам аналитику по тремя различными способами. То есть первое — это аналитика прошлых периодов, когда мы проанализировали что-то, что уже произошло, и предлагаем вам какую-то сводку или какие-то рекомендации. Второе — это аналитика будущего. Это когда мы делаем какой-то прогноз на основании ваших данных и предлагаем вам какую-то рекомендацию. И третье — это аналитика в моменте, когда вы просто должны среагировать прямо сейчас. Но на этом мы не заканчиваем, у нас идет активная разработка. Первое и, наверное, самое главное — это разные источники данных. Мы понимаем, что не у всех компаний мы единственный или основной банк. Если это так, то если мы основной банк, то у нас очень много данных, и мы даем вам достаточно полную картину. У компаний, для которых мы не основной банк или просто банков много, картинка получится не целая. В этом случае у нас есть два инструмента, которые мы будем вам предлагать. Первый инструмент, про него рассказывал Антон буквально 10 минут назад, это интеграция в ERP-системы. Соответственно, если вы используете этот модуль, то мобильное приложение автоматом, так сказать, из коробки будет получать эти данные. И вы сможете видеть в мобильном приложении аналитику не по одному банку, например, а сразу по всем. А второе, мы дадим открытый API. Это возможность для ваших разработчиков ценой небольших усилий сделать так, чтобы данные из ваших других систем попали бы в приложение и использовались бы при аналитике и при подготовке рекомендаций. Например, это могут быть ваши CRM-системы или это могут быть какие-то системы управления казначейством, все что угодно. Второе. Мы постоянно будем работать над улучшением предсказаний и качеством советов. Машинное обучение и искусственный интеллект, который находится под капотом приложения, он будет обрабатывать все больше и больше данных, соответственно, точность будет постоянно расти. Третье — это функционал на ходу, который может быть полезен руководителю в некоторых ситуациях. Например, это подтверждение определенных платежей, подписание документов или подключение других банковских продуктов. И что важно, мы будем подавать эти инструменты ровно в том виде, в котором они нужны руководителю. Собственно, вы можете записаться на бета-тестирование для того, чтобы получить приложение в первую очередь, то есть как только мы будем готовы его отдать. Плюс, если вы запишетесь, мы будем отправлять вам все новости и информацию о ходе разработки. Спасибо, я готов ответить на вопросы. Петь, спасибо тебе большое. Да, спасибо тебе большое, Петь. Очень интересная реализация. У нас поступают вопросы, и вот в частности, опять же, в продолжение дискуссии в первом блоке, очень многие клиенты наши, они имеют несколько банков.
И, конечно, наверное, не очень бы удобно было бы финансовому руководителю иметь там 15 или 10 приложений. Вот какой ответ у нас на это? Подумали мы об этом? Как мы хотим работать с этим? Да, да, я затрагивал это в процессе, остановлюсь еще раз. Очень неудобно иметь 15 приложений или 15 отчетов. С помощью первой интеграции с ERP-системами или интеграции с любыми другими системами через открытый API вы сможете в одном приложении собирать всю необходимую информацию для того, чтобы видеть всю картину. С нашей стороны мы дадим вам возможность использовать платформу и логику, которую мы подготовили, но дадим возможность вашим разработчикам имплементировать какую-то другую логику, если она для вас нужна. Петр, спасибо тебе большое. Ты в кадре очень хорошо смотришься со стаканом воды. У нас как раз вот вопрос вот из разряда стакан наполовину пуст или полон. А то, что ты сейчас рассказал, это будет очень бесплатно или очень дорого? Спасибо за вопрос. Сразу улыбнулся. Бесплатно. Хитрая улыбка, да. Спасибо за вопрос. Сейчас мы работаем над тем, чтобы это было очень бесплатно. Пока. Это мы точно не будем брать никаких денег. Нам нужно, чтобы это было полезно, нам нужно, чтобы это было удобно. Возможно, в будущем будут какие-то дополнительные платные функции, но в первую очередь нам бы хотелось, чтобы вы получали пользу от общего сервиса. Понятно, спасибо. Я всем нашим зрителям хотел бы еще обратить ваше внимание на то, что те вопросы, которые мы не озвучиваем в эфире, коллеги, в том числе выступающие, отвечают на них в режиме онлайн, справа от экрана трансляции, поэтому не переживайте, мы каждому ответим на ваш вопрос. Вот некоторые вопросы получат свои ответы уже в ходе следующих презентаций. Да, да, ну и в режиме онлайн наши спикеры тоже вам отвечают. Я бы хотел бы от себя сказать, что, может быть, увидите, что ребята нервничают немножко, когда выступают, потому что они привыкли с вами лично общаться, выступать и рассказывать о своих продуктовых наработках. Но вот такая новая реальность, поэтому мы вот с вами таким вот образом общаемся, вот, поэтому надеемся на вашу удаленную поддержку. Вот, а теперь, Петь, спасибо тебе большое, двигаемся спасибо. Дальше.